Вы смотрите «Вечернюю Москву», мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Евгений Шматко, и я приветствую всех в студии программы «Круглый стол». Здесь мы вместе с экспертами говорим об информационных поводах, которые сегодня волнуют не только москвичей. Сегодня будем обсуждать границы дозволенного при досмотре, и вот почему. Не так давно общественность была буквально возмущена проверкой школьниц перед ЕГЭ. В воронежской школе некоторым ученицам пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти через металлоискатель, так как косточки звенели при проходе рамок. Одно из них это пришлось сделать при всех, поскольку ее, по словам матери, не пустили в туалет переодеться. Еще одна девочка рассказала, что вынуждена была идти снимать нижнее белье на улицу. Мать одной из девочек рассказала, что звонила после произошедшего в школу, начала спрашивать директора, как он допустил данную ситуацию. На что он ответил, цитата, «Я не заставлял их раздеваться и сразу бросил трубку». Снова цитата, «Я все понимаю, но там же находились педагоги мужского пола, куда они смотрели», говорит мать. Прокуратура и Следственный комитет решили провести проверку по поводу этого дела. Обсуждали ситуацию в Думе. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьниц раздеваться не заставляли. Комитет Госдумы по просвещению после случаев досмотра школьников на ЕГЭ разработает проект по изменению процедуры проведения экзамена. Проверки перед ЕГЭ и во время сдачи экзамена нередко шокируют общественность. Например, в кабинках туалетов снимают двери, где в этих самых досмотрах грани разумного и грани дозволенного будем разбираться сегодня вместе с нашими экспертами. У нас в гостях лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Наталья Титова. Здравствуйте, Наталья. Как всегда, от лица родителей. Сегодня, надеюсь, вы выскажете всю, собственно, боль, родители и испытывают в связи с ЕГЭ. А также член общественного совета Рособорнадзора, кандидат педагогических наук Роман Дощинский. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Директор Центра технологической поддержки образования Московского политеха, куратор выставочных проектов Science Art, кандидат технических наук Илья Вольнов. Здравствуйте, Илья. Добрый день. И присоединиться к нашему эфиру сегодня экзистенциальный психолог, психотерапевт, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Ее увидим чуть позже. Ну что ж, давайте начнем вот с чего. Зачем нужны такие жесткие проверки? Как вам кажется, Роман? Ну, речь идет о государственной итоговой аттестации, и государство должно объективно и справедливо провести процедуру государственной итоговой аттестации. Есть два ключевых момента, которые связаны, ну, я бы не стал говорить там досмотр, какое-то там другое слово. Да, металлоискатели у нас везде. Они при входе в магазин, они в аэропорту и так далее. То есть это все окружает нас повсюду. Поэтому это обычное прохождение через металлоискатель. Но металлоискатель так вот, это же только первый шаг. А вот если шаг. Уже случаются подозрения, все вот эти вот звоночки, то тогда уже случается досмотр. Почему мы и говорим сегодня про досмотр? Есть два момента. Вот давайте мы с них начнем. Первое – это безопасность пребывания наших детей, выпускников, экзаменуемых в пункте проведения экзамена. Безопасность. Угу. То есть мы всем должны гарантировать, что в этом здании всем будет безопасно. Поэтому такое прохождение, поэтому такие усиленные меры именно безопасности. А второй момент, мы же с вами понимаем, что экзамен – это с повышенными все-таки ставками такая процедура, потому что решается судьба детей, они по итогам этого экзамена будут поступать в высшие учебные заведения. Соответственно, государство должно понимать, что процедура прошла честно, без шпаргалок и других технических средств, угу. Которыми рынок сегодня изобилует настолько, что мы даже просто в страшном сне это представить не можем, как можно списать, что можно впихнуть в глаза, в уши, там, в другие какие-то части тела. Поэтому мы должны всех в равных условиях сделать для того, чтобы экзамен прошел честно. И процедура была справедливой. Но складывается ощущение, что у государства у нас сегодня не задача, да, проверить знания все-таки, mm-hmm. а задача проверить наличие шпаргалок. Да, вот, Наталья, как вам кажется, это так? У меня ощущение, что по отношению к нашим детям забыли такую презумпцию невиновности. Они подходят к школе, и они их уже подозревают. Mm-hmm. Понимаете? Я полностью согласна, что вот мнение коллеги, вот с моей стороны, это именно надзорный орган, который, не дай бог, шпаргалки. А цель всех экзаменов, ну, по крайней мере, раньше так было, да, это проверить знания ребенка. И даже если ребенок писал шпаргалки, поверьте мне, вот на моем личном опыте, когда ты ночью сидишь и пишешь шпаргалки, наоборот, у тебя знаний остается больше.
Что самое интересное, что даже если эти шпаргалки были использованы, все равно знания плюс или минус, да, они, есть те, которые ребенок наработал за этот период образования. И он даже если поступил в университет, и я общалась с преподавателями высших учебных заведений, и они хватаются за голову и говорят, нам приходится вот этот первый курс нагонять ту базу, которая, в принципе, должна была дать школа. Так мы о чем? Мы поставить галочку, что у нас стобальников столько-то? А стобальники откуда берутся? И поверьте мне, что в малый процент учеников, которые сдаются на 100 баллов, это результаты работы школы непосредственно, потому что все дети сидят на репетиторах. И причем на репетиторах не только узнать материал, но и все эти хитросплетенные вопросы, галочки и так далее. То есть это же запутывает. У меня ребенок в 9 классе вот сдавал ОГЭ. Я посмотрела пробники, которые у них были. Но честно, ну, я взрослый человек, да, с высшим образованием, я говорю, Дим, а это зачем? Ну, ровно как и вопрос, а зачем металлоискатель? А как зачем? Он связан со 100 баллами, которые да. ты наберешь или не наберешь? И опять же таки, посмотрите, где-то сработал металлоискатель, где-то не сработал и так далее. Но, может, стоит настроить металлоискатель на чувствительность, чтобы он на косточке не звенел? Хороший вопрос. Во-первых. Во-вторых, в каждой аудитории у нас есть видеокамеры. У нас сколько? 20 тысяч, да, в этом году наблюдателей сидело, наблюдало за детьми нашими. То есть у нас говорят, что у нас зарплату учителям мы повысить не можем, у нас денег нет, но при этом государство у нас тратит на наблюдателей, на установление этих видеокамер, на компьютер, на программное обеспечение, чтобы проверить все эти ЕГЭ, ОГЭ и так далее, на техническое обеспечение информатики английского, где компьютеры то работают, то не работают, программы слетают. Угу. Может, вот эту финансовую массу в цель другую дать? Все-таки в образовании не просто. Все-таки да? в образовании, а не контроле и условные показатели, как лучше у нас начали учиться дети. И поймите, у нас каждый год условия экзаменов меняются. Вот ранжирование, вот эти проходные баллы. То у нас такой балл, то у нас такой балл. И даже в один год у нас может быть по одному и тому же предмету варианты КИМов различаться по сложности. Угу. О каком единообразии и равности можно говорить. Ну, в целом, да, есть ситуации, да, когда кому-то достается вариант попроще, так называемый, да. это вот из уст школьников, а кому-то вариант сложнее, просто в силу того, что там так вот распределены задания. И любимая еще аргументация защитников этих экзаменов, что вот дети из глубинки могут поступить в университет. Предположим, я не спорю, есть восхитительные, умные мальчишки, девчонки, которые могут и без репетиторов, благодаря своим способностям там, и так далее, поступить в университет. Но вы поймите, что если даже он поступит, мама там доярка, папа на тракторе работает, он приезжает в Московский университет или еще какой-то. Сколько у нас стипендий у студентов? 2 с лишним тысячи, по-моему, угу. по последним данным. В этой студии, услышанной мной. Да. Как ребенок будет жить, выживать? Ну, это другой вопрос для другой программы. Давайте все-таки продолжим про вот эту безопасность, граничащую, да, с абсурдом. Угу. Илья, как вы думаете, почему в советское время такой безопасности не было, и все сдавали, и, может быть, и пользовались шпаргалками, а может быть, и не пользовались шпаргалками, но как-то плюс-минус показывали свои знания и не думали о том, развернут меня, там, ощупают меня в каком-то месте и так далее. А сейчас это вот как-то стало жизненно необходимым? Ответ очень простой. Смотрите, любая система, она построена на балансе. Содержание и контроль этого содержания. И надо этот баланс удерживать. Вот, к сожалению, ну, мы сейчас наблюдаем, и это следствие как раз нарушения такого баланса в сторону контроля над содержанием в ущерб содержанию образования. Значит, смотрите, когда мы за ним... Что контролируем-то, я не пойму, в таком контролируем случае? Контролируем шпаргалки, наличие шпаргалок. Вообще сама тестовая система образования – это как раз контроль над знанием, обратите внимание. Но если мы ставим вопрос, а что такое образование, в советское время в школе Колмогорова математика была сформулирована приблизительно так. А тройку мы тебе ставим за знание, четверку за понимание, а пятерку за способность думать. Теперь давайте посмотрим, что у нас
с вами в системе нашего образования. Мы с вами учим на троечку, чтобы человек знал, а думает он, а тем более понимает, mm-hmm. неважно. Мало того, теперь, а что мы получаем, когда мы учим наших детей знать? Мы получаем из них некоторый аналог, который очень красиво сейчас можно проиллюстрировать искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, ему, чтобы он работал, надо знание, big data, базу знаний. И мы наших детей mm-hmm. воспитываем так же, как искусственный интеллект. То есть мы не людей воспитываем, а мы их натренировываем на некоторую big data, и в этой части они очень похожи на искусственный интеллект. Безопасность. Ну, дорогие друзья, спросите любого глубокого программиста, он вам скажет, что любые системы безопасности обходятся. Нету безопасности. Если кто-то перед собой ставит цель взломать вас, вас легко это взломают. Если кто-то поставит цель там, преодолеть этот металлоискатель, легко это можно сделать. Но опять же, безопасность... через металлоискатель. Да, значит, безопасность поэтому... это одно дело, когда тебе что-то угрожает, да, тебя прогоняют через металлоискатель и условно находят там пистолет. Да. Другое дело, когда тебя прогоняют через металлоискатель и отбирают у тебя телефон. Телефон, да. Ну, то общем, есть, чем может быть опасен телефон? Я вот не очень понимаю. При том, что есть наблюдатели в аудитории, да. есть видеокамеры. Если там ребенок достает этот телефон, это на его страх и риск, да, его дисквалифицируют. Ну, доходит же до абсурда, что я не помню, в каком регионе, что девочка достала телефон или забыла сдать телефон. Ну, что такое? В кармане остался, она да, забыла. В кармане. Стресс. Ну, в суд подали на нее. Да. Ну, ребят, просто сняли, потому что он там лежал. Сняли, да, да. Она не пользовалась даже. Сняли и подали в суд. Но это абсурд. Угу. У нас, по-моему, к заключенным не такое отношение, как к нашим детям. Они и так понимают, что для них это очень ну, важное мероприятие, да, возможность пойти по одной тропинке или по другой. А тут их кошмарят и говорят, вы преступники, вы заранее преступники, ну нельзя так. В этом и суть, мне кажется, их как-то заранее подталкивают к тому, что а давайте да. вы начнете искать пути обхода, там, зашивать телефоны в подошву, я не знаю, там еще какие-то варианты искать. Мы знаем воспитание больше... ребенка, чем вы, значит, если да. хотите спровоцировать что-то, вы просто запретите ребенку это, вот не читай эту книжку, да. ты уйдешь, он обязательно эту книжку прочитает. То есть путем запрета мы провоцируем mm-hmm. на нарушение этого запрета. Это все психологи прекрасно это знают. А зачем это нужно тогда? Значит, смотрите, мы идем сейчас по пути формализации всего. Вот искусственный интеллект — это формализация ни много ни мало интеллектуальной mm-hmm. деятельности. Мы все формализуем. Но мы же понимаем, что система формальной быть не может. Без человека она деградирует и приходит к противоположным моментам, вот к этому абсурду. Вот мы и получаем этот абсурд. Mm-hmm. Вместо знания мы получаем детей типа искусственного интеллекта. Да? То есть думающих не по-человечески, а вообще-то не думающих. И есть даже не понимающих. Есть некий алгоритм, которым их обучили. Ну вот по факту. А почему это? Вот если спросить, почему вот именно так, он не ответит. Но я хочу что. Здесь ровно подчеркнуть. Как многие просто заучивают вопросы, какой да. там ответ, и условно уже. Смотрите, я хочу автомате. Подчеркнуть здесь важный момент. Вот мы сейчас как бы нарисовали эту картинку, она не безрадостная, в общем, безрадостная. Но сам факт, то, что дети возмутились, родители возмутились, угу. это указывает на то, что вот эта формальная система натолкнулась на некоторые препятствия в нас, в угу. живой реакции на эти формальные мертвые системы. Мы не готовы согласиться с этим, понимаете? Мы готовы отстаивать свои права, и это очень важно. И это признак того, что у нас появляется будущее, наконец. Смотрите, образ будущего. А мы выстраиваем свое собственное, я сейчас про страну говорю, да, и проекции образа будущего в сейчас – это система образования. И она начинает да, оживать. Она начинает оживать. Так, может быть, родители возмущаются и дети в том числе, потому что права все больше нарушаются. Понятно, что каждый год есть прецеденты, да, какие-то там уникальные случаи где-то по стране, но когда в этом году это максимальная такая массовая история и очень много обращений в сети именно. В том числе, значит ли это, что прав остается все меньше? Значит ли это, что почему-то закручивают гайки Знаете, все я больше? Я думаю, что... И родители стали больше внимания обращать, что происходит в системе образования на самом деле. Потому что раньше-то как-то спокойнее было. Ребенок в школе, ты знаешь, что уроки пройдут, домашние задания сделают, ну, на продленке, да, там mm-hmm. домой пришел, ты проверил, и все нормально, понятно, если что, с учителем переговорил, там, если какие-то вопросы. То сейчас вот эта инерция, что в школе все хорошо, уже прошла. Потому что срывов психологических у детей очень много. Болезней появляется сопутствующих очень много. То есть если родитель ну, относительно может, ну, не может проверить знания ребенка, насколько его хорошо выучили, но когда он видит, что ребенок у него с нервным тиком ходит или в истерике бьется, да, тогда, естественно, он пытается понять, в чем
причина-то, откуда это все пошло. И пошли, да, там нагружают, вот это задали, вот это перебор, вот это мы не проходили, я должен это еще доучить, и вот это, еще я прихожу на экзамен, и меня обыскивают. Угу. И обыскивают не просто так. Вот, и например, обыскивают не просто история так. Из Видного, да. Которая попалась в нашей редакции. В Видном выпускницы школы номер 9 обвиняют руководство учреждения в унизительном досмотре на ЕГЭ. Одной девочке охранник якобы тыкал металлоискателем в лобковую зону, заявляя, что ищет именно там шпаргалки. Других, по словам детей, уводили в туалет и заставляли раздеваться до нижнего белья. Обращение разместила на своей странице глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщила, что ей пишут не только дети, но и сами родители. За найденную шпаргалку следует серьезное наказание, новая сдача ЕГЭ через год. Тогда зачем нужно еще нагнетание в досмотрах с пристрастием? Это я цитирую, собственно. Кроме того, мы знаем, что определенный процент так называемых стобальников попросту куплен. Как вы к этому относитесь? Вот, собственно, почему действительно такая жестокость, когда реально есть уже понимание санкций, уже понимание, что достал телефон, сразу же дисквалификация. Там, достал шпаргалку, увидели шпаргалку, уже зачем это на входе отбирать, если ребенок сам себе может, собственно, сделать только хуже? Я думаю, что еще срабатывает человеческий фактор, синдром вахтера. Когда вот здесь вот я оторвусь. Угу. И с одной стороны, вызывает безумное бешенство эти люди, да, потому что, ну, они взрослые, а это ребенок, ну, то есть это... Они уже в позиции, они извините, уже, гораздо да. выше стоят его, да. А с другой стороны, я не хочу их понимать, но я могу, ну, оправдательную позицию, да, что на протяжении всего этого периода подготовки и так далее над этими учителями и исполнителями стоят вышестоящие органы, которые от них требуют и вот гнобят. Это по цепочке передается. Там получили людей, там получили, сюда здесь спустили получили их. И так далее. И, собственно говоря, вот вся эта система ЕГЭ, баллы и еже с ним, у нас же что происходит? Что у нас каждая школа стоит под контролем, сколько у них 100 бальников, и не дай бог у тебя там будет не сдавший экзамен и так далее. У нас школа по рейтингу слетает. KPI. Угу. KPI. KPI, да. Это еще раз, это и опять формализация отчетности. Да. Школа должна выполнить этот KPI. Директор должен выполнить этот KPI. Его зарплата зависит от этого, понимаете? И мы формализуем нашу систему образования. Хорошо. В ущерб кому? В ущерб знанию наших детей. А кто несет ответственность за такое жестокое обращение с детьми? Давайте это так назовем. Ну, то есть директор несет ответственность за то, что сотрудники вот так себе позволяют себя вести? Ну, в принципе, на пункте сдачи экзаменов директор несет ответственность за то, что происходит на его территории. А непосредственно кто это сделал, ну, естественно. Или директор несет ответственность, что у него вот там результат цифровой хороший, а как они этого достигли, уже не важно для него сейчас, вот в этой парадигме. Роман, как вам кажется? Ну, смотрите, школьная деятельность, жизнь школьная строится до процедуры, да, и после процедуры. То есть делится на самом на деле, после, да, да. И директор школы, он может выступать и руководителем пункта проведения экзамена, но и в другой функции выступать. Вы понимаете, вот мы сейчас с вами сгущаем краски, причем сейчас идет единый государственный экзамен, продолжаются какие-то там сдачи. Вот знаете, когда мы говорим о том, что наши дети там дергаются, некоторые, мы иногда сами, взрослые, провоцируем вот эту ситуацию. Нагнетаем ее, сгущаем краски. Какие-то отдельные частные случаи, где-то в одной школе, там в Сибири, еще где-то в школе в Подмосковье. Это частные случаи, которые абсолютно не свидетельствуют. Более 15 лет мы живем в системе единого государственного экзамена. 15 лет назад, то есть просто давайте не вперед посмотрим, да, прообраз такой сделаем, а назад. 15 лет назад когда-то медицинские вузы набрали специалистов по итогам единого государственного экзамена. Сейчас эти специалисты давно завершили обучение в вузе и пришли работать в поликлинике, в больнице. Скажите, ну если мы говорим, что это не это плохие специалисты, это хорошие специалисты, разные специалисты. Есть варианты, знаете, но есть варианты. Ответа на ваш вопрос. Но все равно посмотрите, сколько молодых людей, работающих в больницах и поликлиниках, вполне себе достойные и являющиеся как раз ну, порождением, скажем так, той системы, которая была при входе в ВУЗ и при выходе из школы. Но это значит, их ВУЗ обучил. Понимаете, мы можем мечтательно как бы относиться к тому, чем можно заменить ЕГЭ. Кстати, никто никакой альтернативы
альтернативы до сих пор не предложил. Но мы моментально, в один день мы можем все разрушить. Угу. И поверьте, да, вот пройдет несколько лет, и мы с вами все в стране взвоем и скажем о том, как хороша все-таки была система. Сейчас, ну, кто-то запускает такие там хайпы, вбросы в средства массовой информации, которые, ну, дискредитируют эту систему. А на самом деле система отбирает ребят. Понимаете? Да, знаниевый компонент там преобладает где-то, но никто никогда не говорил, что ЕГЭ – это отбор талантливой молодежи. Смотрите, мы же сегодня есть не олимпиады. Обсуждаем систему, как вот систему. Да. Да? То есть, да. Понятно, есть программа, там искусственный интеллект считывает ответы, галочки проставили и так далее. Мы же говорим про надстройки. Евгений, вот эти. То есть... секунду, да. Можно вот встряну, вот и вы продолжите. Считывание бланков. Он не считывает, он иногда некорректно считывает. Он не видит запятые, он не видит точки. Это тоже проблема. Есть страховка, всегда есть процедура апелляции. Я вас умоляю, апелляция с ботом? Почему с ботом? Да потому что. Потому что ребенок приходит, ему за работу его не показывают. Нет, никаких ботов нет. То есть у нас подсудимый, пардоньте, он получает свое дело, и он может с ним ознакомиться, в чем его обвиняют конкретно. А ребенок приходит, то вспоминает, что ты там написал, но мы говорим, вот здесь вот неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. А будешь вякать, мы тебе еще балл снизим. Вот хорошая метафора у вас все-таки с подсудимыми. Получается, что действительно дети в такой безвольной позиции ощущение, максимально. Что, да? У них прав нету. Они виноваты уже заранее, и защиты никакой нету. Зато у нас система отчитывается, какие у нас все молодцы. Как это влияет на самого ребенка? Давайте у Анетты Орловой спросим, она к нам присоединилась. Анетта, здравствуйте. Скажите, все-таки действительно ли вот эта история, когда ребенок в состоянии критического стресса, а тут еще и сравнение, что он действительно как заключенный, когда у него там металлоискатели его прошли, отобрали все, что только можно, заставили еще и раздеться там, да, на глазах у всех, и только потом запустили в эту аудиторию. Какой ребенок потом на выходе, в общем, получается у нас вот в этой самой аудитории перед заданием? Ну, как минимум, если мы говорим о конкретно этой ситуации, то это очень большой стресс. Почему? Потому что понятно, что любой экзамен – это всегда стресс. И если любая проверка перед экзаменом, тревог очень много, и если, конечно, какое-то такое, ну, нарушение границ, когда есть излишнее там, давление, излишняя такая подозрительность по отношению к тебе конкретно, тем более в присутствии наблюдателей, но это усиливает это психологическое давление. Конечно, мы говорим о том, что у такого ребенка, тогда, когда он будет, например, решать задачи, длительное время когнитивные способности будут снижены. Они будут снижены за счет стыда, который у него образовался, либо за счет гнева, который он испытывал, например. Дети по-разному могут реагировать на этот стресс. Но то, что на какое-то время он теряет свою способность как минимум эффективно и быстро решать задачи, это точно. То есть получается, что на руку-то это ему не работает, ребенку. Но кому на руку тогда это работает? Это же не работает на руку и школе, которая говорит, что нам нужен результат, чтобы все набрали по 100 баллов, правильно? Кто в этой ситуации бенефициар, так скажем? Кто выгодоприобретатель? Цифровая экономика. Замечательная схема. Формализованная полностью, без человека. Вы знаете, вот, ну, вот я инженер, я в индустриях нахожусь. Да? Идеалом индустрии это безлюдное производство. Понимаете, они уже заводы существуют, там нету людей, там одни роботы. Значит, там есть такая концепция цифрового двойника, ну, какого-то изделия, да. Эта концепция перенесена сейчас в мир людей. И мы сейчас обсуждаем там цифровые аватары, например, да, цифровое кладбище, вот недавно еще одна новость была, да, и так далее. Значит, и полностью безлюдные системы управления, контроля и так далее, да, то есть человек выводится плавно, медленно выводится, система формализуется. Значит, это все против... Какая-то прям совсем печальная картина утопического будущего. Конечно, но такое будущее не пройдет, это понятно, кто его устраивает, бенефициарами такого транснациональной корпорации, это элиты, которым выгодно такого рода мироустройство, такой образ будущего. Но как бы мы-то с вами живые, вот это живое, оно никогда не соглашается с формализованным. Я понял, что пока мы с вами готовы здесь вот это обсуждать, отстаивать границы, значит, все у нас хорошо. Анетта, а скажите, ребенку вообще в этой ситуации, когда он в максимальном стрессе, есть какие-то способы абстрагироваться от всей этой ситуации? Или он неизбежно попадает в этот контекст и неизбежно вовлекается в такой стресс? Ну, здесь, конечно, в контекст он вовлекается, и здесь очень важный момент, что больше всего
имеет еще значение какое-то такое, знаете, накручивание самой ситуации. Вот смотрите, когда мы с вами о чем-то постоянно говорим, то, о чем мы говорим, оно занимает все больше и больше внимания в нашем, ну, таком, наше внимание определяет то, куда мы тратим свою энергию. И когда об этом очень много говорят, дети еще больше начинают на это обращать внимание. То, что захватывает наше внимание, начинает нами управлять. Поэтому здесь в первую очередь родители. Да, родители точно должны понимать, что любой экзамен, да, ОГЭ, вот у меня в этом году сын ОГЭ сдает, ЕГЭ, это в первую очередь проверка нашей с вами родительской стрессоустойчивости. Можно, конечно, все на свете сваливать на школу, и можно сказать, что за все отвечает школа, в крайнем случае государство, или государство, потом школа. Но на самом деле есть определенные точки перехода, точки бифуркации. Те самые ОГЭ и ЕГЭ – это те точки, которые любой человек все равно должен проходить. Неважно, в какой форме это будет. Я, например, в свое время ЕГЭ не сдавала, но когда нам, например, в финансовой академии раздали всем ручки одного цвета, и включили на диктанте магнитофон, то для многих детей это был жуткий стресс, потому что было непонятно, почему должны быть ручки одного цвета. Поэтому для кого-то ЕГЭ, например, это очень хороший вариант, да, когда ты понимаешь, что ты на общих условиях можешь поступать, а нет каких-то таких совершенно от тебя независящих факторов. Другой разговор, что мы как родители должны точно помнить, что если мы очень много тревоги начинаем сами испытывать и начинаем это усиливать, начинаем об этом постоянно говорить, то наши дети, они начинают тоже это чувствовать сильнее. Поэтому наша задача сказать, что может быть разное. Стрессоустойчивость, она в том и заключается, что мы говорим, что может быть ты сдашь хорошо, может быть где-то будет не идеально. Например, у меня сын очень расстроился, у него там один балл не хватил до более высокой оценки. Получилось 7 баллов он набрал. Расстроился. Но я как мать ему говорю: ну да, так бывает, ничего страшного, значит, давай подумаем, где мы что-то упустили, где мы будем делать что-то по-другому. Я думаю, что мы как родители должны делать все для того, чтобы наши дети понимали, что экзамен это важно, но это не конец жизни. И тогда у ребенка достаточно ресурса для того, чтобы свою энергию направить на преодоление каких-то технических моментов, ситуативных моментов, потому что он знает, что родители на его стороне, и что на самом деле, да, он складывается, он старается, он преодолевает, но если вдруг это будет не так, как он задумывал, то это не катастрофа, чтобы у него хватало сил для новых и новых попыток. С тем, как должны себя вести родители, понятно. А как ребенок-то в моменте может себе помочь и может ли вообще, учитывая, что такая ситуация происходит? Единственное, что мы можем сделать, это научить ребенка, например, релаксации. То есть мы представляем, что он очень сильно стал переживать, и ему говорят, что давай, ты дышишь 10 вдохов, где ты вдох делаешь и считаешь 1, 2, 3, 4, а выдох делаешь и считаешь на 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как бы чем длиннее выдох, тем быстрее человек успокаивается. Но в этом контексте его заранее надо подготовить к тому, что такие вещи могут быть. Фокусируйся на том, что у тебя есть, и как будет, так будет. Это лучше помогает, чем ребенок там будет применять, например, там, техники дыхания. Их надо обучать. Я сейчас вам не дам 100-процентный список. Да, мы сейчас не научим на круглом столе этому детей. А вот родители могут научить правильным техникам дыхания, которые будут запускать чуть-чуть расслабление. Это я к тому, что понятно, когда ребенок там сидит уже перед листочком с заданиями, да, у него стресс, но когда такая ситуация, когда тебя обыскивают, и это же, по сути, унижение человеческого достоинства, и происходит она задолго до самого экзамена, собственно, до этой самой процедуры. Вот как здесь... Тут очень важный момент, и тут, конечно, в первую очередь, опять же, родители должны говорить о том, что есть вещи, ты имеешь право говорить «нет». Вот когда мы... На самом деле современные дети, они, конечно, говорят намного лучше «нет», чем, например, их родители, но все равно в этой ситуации, во-первых, ситуация выходит за рамки нормы, да, и к этому подготовить ребенка достаточно сложно, потому что мы же не будем, это же не в каждой школе происходит, да, у кого-то там было желание проявить себя как суперспециалист, он нарушил все границы. Но мы должны дать своему ребенку четкую установку, что если кто-то нарушает твои границы, ты имеешь право сказать «нет». Но дать такую установку, это не означает, что ваш ребенок ее использует именно там, где нужно. А если ребенок приходит, ему говорят: покажи, пожалуйста, там, не знаю, там, вот у тебя есть там шпаргалки, ты написал или нет? А он говорит: а я не буду показывать, это нарушает мои границы. Понимаете, он начинает сам процесс с конфронтации. И там гораздо выгоднее показать, например, свою сумку.
Я думаю, что здесь, наверное, есть то, чего не должно быть, должен быть четкий протокол. И ребенок должен всегда понимать, что его тело – это безусловная ценность, никто не имеет права, например, его одежду, его тело трогать, заставлять его что-то делать, и он должен чувствовать, что он имеет право отказаться. Но это не норма. То есть к этому подготовить достаточно сложно, потому что это выходит за рамки нормальной коммуникации. А, например, досматривать сумку могли бы. Или сказать, выдай телефон. Сможет ли ребенок почувствовать эту грань? Да? Вот, ну, как бы не каждый родитель может предположить, что его ребенка будут обыскивать в присутствии всех. Вот мысль здравая, Роман. Как вам кажется, если ребенок действительно понимает, что что-то идет не так, и говорит, хорошо, сумку обыщите, там все, что вы можете, обыщите, но вот меня не надо досматривать сейчас, это действительно мои границы. Его допустят в таком случае до экзамена или нет? Вы знаете, везде люди. Я не согласен, что у нас какая-то обезлюденная процедура. Охранники, как правило, в школах, это веселые, приветливые люди. Ну, отдельно, я говорю, частные случаи, они не должны разрушить общую картинку. Потом, когда приходят ребята, их приводят сопровождающие лица, и они их обязаны ждать до последнего ребенка, до последнего чада, пока не завершится экзамен. Там та сторона принимающая. Принимает кто? Организатор, вернее, дежурные, да, по коридорам. И, конечно, организатор. В аудитории всего 15 человек сидит. И, как правило, да, жалоб на этих организаторов нет, они поддержат добрым словом каким-то, да, улыбкой и это так уже, далее. Это те же педагоги. Это те же педагоги. Зашли в коридор. Вот. Да. Это те же педагоги. Поэтому, когда мы с вами предъявляем какие-то претензии, где-то как-то что-то там грубо и не так пошло, но это уже как бы лицо школы и там педагогического коллектива и отдельно взятых людей. Сама процедура, да, она регламентирована. Регламентировано довольно жестко, но все ребята посередине года, родители тоже посередине года, они подписывают документ, с которым они обязаны ознакомиться. И там все эти правила подробно прописаны, что можно взять с собой, что нельзя. За полгода ребята готовятся. Ну и там же вряд ли прописано, что ребенок обязан раздеваться и показывать там условно, действительно нет у него шпаргалок. Конечно, там, но он обязан пройти чисто через металлоискатель. И если он, загружен металлическими предметами, то возникает вопрос. Да, не бери металлические предметы, да, если это не какие-то там протезы. Но, допустим, как выяснилось, да, эти тоже металлические предметы человек не сам по себе взял. Это просто так устроен, как бы, как это сказать, фасон нижнего белья, в котором есть какие-то металлические. Мы там, все должны жить по правилам. Правила эти не вот то, что вот хорошо, приходит он допустят, на пункт. Как вам кажется, допустят человека все-таки или нет? Вот он говорит, не трогайте мой лифчик, условно говоря, не если металлоискатель меня. Будет показывать, нет. Что есть металл, не допустят. Не допустят. Конечно. И сделать это, он, что это не такое сможет. Правило. В аэропорт мы пройдем с вами на самолет, если датчик будет показывать. Да, нас будут дальше смотреть и предложат какие-то варианты. В Воронеже такие варианты были предложены. То, что кто-то захотел, да, какого-то вот такого шокового для общества. Вот давайте тогда к этому выражение. И перейдем. Дополнительная информация по Воронежу, которая уже появилась в сети, которая, собственно, уже. То есть мы как бы сейчас обсудили, да, эту ситуацию со стороны вроде как униженных детей. Оказывается, что ситуация выглядит не совсем так или совсем не так. Давайте разберемся. Разобрался Рособорнадзор, и все те факты, о которых говорили, не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом, заявляет министр телеграм-каналу ШОТ. В Министерстве образования Воронежской области рассказали РБК о предварительных выводах по ситуации с проверками нижнего белья школьниц перед единым государственным экзаменом. В ведомстве установили, что только одна из выпускниц для демонстрации отсутствия под одеждой предметов, запрещенных в экзаменационной аудитории в инициативном порядке, высоко подняла перед прохождением стационарного металлоискателя свой пуловер. Это цитата. Организаторы экзамена таких указаний не давали, как заявляют в министерстве. В самих аудиториях для ЕГЭ процедурные действия соответствовали регламенту. Можно ли из этого сделать вывод, что дети сегодня начинают как бы тоже несколько манипулировать своим таким чуть-чуть более зажатым, что ли, положением, Анетта? Ну, начнем с того, что подростковый возраст очень сложный возраст, и всегда там есть определенное внутреннее напряжение и внутренняя конфликтность между тем, как подчиниться тем правилам, которые есть, либо их нарушить и продемонстрировать какую-то свою уникальность и особенность. И я думаю, что дело не в детях, а в том, что наша четвертая информационная революция, она очень сильно все изменила. Потому что сегодня ради того, чтобы выдать какую-то новость,
и получить те самые просмотры, очень, к сожалению, да, очень часто журналисты не проверяют ту информацию, которую они размещают, а дальше это вирусным образом распространяется. Почему? Потому что а когда это уже распространилось, то мы понимаем, что дальше ребенок, естественно, это святое, тем более в таких формулировках, что досмотр девочек, ну, в общем-то, это вызывает очень много эмоций. Но точно так же, если бы, например, не дай Господь бы, да, кто-то куда-то что-то пронес, какое-то там запрещенное вещество, и что-то было бы не так, с таким же абсолютно размахом накинулись бы на этих же охранников, сказали, что их нужно уволить с работы, потому что они пропустили что-то через металлоискатель, где были какие-то звуки. То есть, в общем-то, я так понимаю, что при такой, вот, таком раздувании всего, что происходит, к сожалению, скоро никто не захочет работать охранником. Вот, это, наверное, такой момент, который хотелось бы все-таки на это обратить внимание. Потому что ты не сделаешь, ты все равно будешь виноват. А по поводу детей я скажу, что вот буквально недавно у нас в школе был инцидент, когда две девочки просто договорились и решили между собой среди подростков распространить, что один из педагогов проявляет к ним знаки внимания. А потом отказались, сказали, что они это просто придумали, чтобы он им поставил хорошую оценку. Я просто хочу сказать, что, в общем-то, здесь каждый конкретный случай, он требует проверки, прежде чем огульно, только потому что вот это учитель, а это охранник, а это ребенок, да, чтобы немедленно занимать какую-то однозначную позицию. Поэтому если девочке хотелось продемонстрировать красивое, какое-то там, может быть, там легкое отношение к тому, что она имеет право, в общем, отстоять свои интересы, но ребенок сделал это так, mm-hmm. и она на это имела право, но она тоже в стрессе. Но и охранник тоже, если он сказал, что слушай, пожалуйста, через металлоискатель, это тоже его обязанность. Иногда бывает так, что никто не виноват. Иногда бывает стечение обстоятельств. А это берется как какой-то сверхповод. Кто там был бенефициар этой ситуации? Кто-то там есть, кто, в общем-то, может быть, это те журналисты, которые первые разместили, а может быть, это в школе была задача, какие-то такие истории, мы не знаем. Но, в общем-то, 10 раз надо подумать, прежде чем кого-то сейчас осудить. Потому что вот это первое сито правды, да, оно сейчас очень часто за счет скоростей оно упускается. Но получается, что все-таки нашла коса на камень. Возможно, подростковый возраст, возможно, охранник, который, да, находится вправе здесь немножечко покомандовать, да, да, и как бы чуть главный, больше, да, проверить. Такое, это... Понятно. Да, да, да. Продолжая эту тему, цитирую дальше. Более глубокий анализ инцидента показал, что принятое решение освободиться от белья, в котором присутствуют металлические вставки, буквально на улице было обусловлено не только естественным волнением пришедших на экзамен молодых людей, чтобы вы понимали, это формулировки министерства, тут мы не придумываем, но и отсутствием предупреждающих педагогических мер со стороны сопровождающих лиц. Илья, как можно понять эту фразу вообще? Это формализация системы образования. Что это? Какие-то предупреждающие меры со стороны сопровождающих лиц? Ну, очень странно было бы прочитать другой комментарий со стороны Рособорнадзора и Минпросвета. Ну, то есть в идеале как должна была вот по вот этой вот логике развиваться ситуация? То есть сопровождающие должны были как бы девочку взять в узду, сказать, не надо сейчас идти на улицу и снимать там с себя все, что не попадет. Конечно. От этого никто не сделал. Да, смотрите, система, простите меня, да-да-да. Надо заниматься содержанием, а не формой. Мы занимаемся формой, и отсюда, вот мы сейчас сколько там, 50 минут, 40 минут, да? Мы обсуждаем ее. Почему вот смешно, вот мы получили детей, советское образование, я сейчас расскажу свою историю. В те счастливые времена, когда не было ЕГЭ, я пошел сдавать экзамен, я баунец, я прихожу, готовился, волнуюсь там и так далее, да? И мне мой нам профессор наш говорит, ребята, пользуйтесь чем хотите, достаньте учебники, готовьтесь, получили билеты, готовьтесь с учебниками. Это такое необычное переживание было. И мы понимаем, что экзамен нужен для того, чтобы пробудить нас. Даже если мы не смогли научиться в типовом образовательном процессе, ну, там всякое бывает, да, то этот стресс экзамена конструктивный. Mm-hmm. Вот, сейчас нагнетается некоторые обстоятельства, мы знаем, что это иногда важно, чтобы переключение внутреннее, психологическое, потому что нужна накачка внешних обстоятельств. И вот, вот, ты один на один, и твой профессор спрашивает, а что ты, как ты думаешь, как ты понимаешь? И это живое общение, это неформализованное общение, это пробуждение вот того самосознания, понимаете? И желание учиться дальше. И нету никаких методик, глубоко подышите, да нету этих формальных, вы глубоко подушите и с ума сойдете вообще, и пойдете самоубийством закончить. Нельзя формализованно решать вопросы души и смысла жизни. Смысл жизни надо, система образования должна неформально контролировать. Мы сейчас видим, отписки мы с вами видим, угу. понимаете? А нужно заниматься ребенком, образом будущего. Наша страна сейчас, еще раз, обретает образ
образ будущего, проекция этого образа будущего в системе образования. Мы сейчас не формы, не формальными ЕГЭ. ЕГЭ должны были. Министры отчитались у нас в 22-м году после начала СВО о том, что в 23-м они отменят его. У нас 24-й год на год, и мы 25-й еще обсуждаем ЕГЭ. Формализация системы приводит к тому, что эффективные менеджеры встают в управлении, которые не имеют картины мира, имеют в качестве специализации набор компетенций, и они не видят смысла происходящего, и все начинает разваливаться. Мы сейчас видим, к чему приводит эффективное управление системами. Да? Они разваливаются, они, качество всего снижается. Всего, вы пойдите в магазин и сравните то, что вы сейчас покупаете 10 лет, качество упало. Дорогие друзья, значит, будущее у нас есть, мы его находим потихонечку, слава богу. Начинает система образования начинает работать на усиление страны, а не на ослабление. Не подготовки квалифицированного потребителя, который кроме потребления ничего не хочет. Uh-huh. И не пойдет защищать страну, когда надо ее защищать, понимаете, а разбежится. Вот ситуация изменилась, мы наконец обретаем основание, точку опоры. Смысл, перспективу будущего в этом, в этой растяжке обретается смысл жизни, который обеспечивает устойчивость, личностную устойчивость любого ребенка. И надо ему подышать, он подышит. Когда есть смысл жизни, он подышит, и все встанет на свои места. Вот давайте... А когда его нету, когда нету оснований и целей, тогда у нас саморазрушение. Вот давайте плавно двигаясь к финалу, как раз таки хотелось бы спросить вот что. А как ребенка вернуть в эту плоскость, когда он сам заинтересован в своих знаниях? Как я понимаю, да, на сегодня день мы говорим о том, что вот общий контекст таковой, что там надо натыкать или наугад, или там каким-то образом запомнить заранее, натренировавшись с репетитором, там что-то такое. Что есть, вот можно сегодня сделать, чтобы ребенок действительно сам понимал, что это действительно его заинтересованность в знаниях, а не в том, чтобы правильно в нужную клеточку закрасить там галочку. Наталья. Ну вот я по отношению к своему ребенку, я всегда смотрю, что ему интересно, вот то, что его зажигает. И я говорю, что вот... Ну не всегда, согласитесь, ребенка зажигают школьные какие-то предметы наверняка. Но посмотрите, у нас договоренность с моим ребенком была такая. Дим, если ты хочешь конкретно вот в это место, ну вот поступить, да, у тебя аттестат должен быть такой. Угу. Если тебе необходимо, ты понимаешь, что ты не вытягиваешь по знаниям или тебе что-то не хватает, давай репетиторов наймем, те темы, которые ты не понимаешь, ну доработаешь и дальше будешь. Он говорит, я посмотрю. То есть он выбрал английский сдавать. Без репетиторов, без всего. Я говорю, нужен? Он говорит, подожди, я посмотрю. Я сам справлюсь. В итоге ребенок собрал себя в руки, английский написал на 4. То есть там 3 балла до 5 не хватило. И он понимает, для чего он это делает. Угу. Я говорю, вполне возможно, тебе сейчас английский не пригодится. Но для того, чтобы быть там, в той точке, которую ты для себя видишь, тебе необходимо выполнить энное количество условий. И вместо тебя я эти экзамены не сдам. Я рядом, я готова тебя поддержать. Ну вот, давай собираемся. Ну вот, у меня так работают. Угу. Родители разные бывают, дети разные бывают. Бывает, что общения между родителями и с детьми нет, и это подростковый период, когда играй гормоны, и там... Идолы совершенно другие, явно не родители, и образование тоже не важное. Но это мой личный опыт. Uh-huh. А как сделать все-таки, Роман, так, чтобы образование стало важным, а не вот эта возможность хайпануть и где-то там поднять, собственно, кофточку, да, сказав, что я вот тут такая молодец, и я сейчас все пройду так, как я хочу пройти на экзамен? Ну, мне кажется, мы слишком много зацепили за ЕГЭ, вот навешали ярлыков на ЕГЭ и придали больший смысл, чем на самом деле в ЕГЭ заложен был изначально. 11 лет пребывания ребенка в школе, там есть место всему. И человеческому общению, там, и теплоте душевной, и такой, и чтению, и так далее. 11 лет. Но в любом случае эти 11 лет завершаются. И наступает новый этап в жизни человека. Экзамены были всегда, без них мы не обойдемся. Даже если сейчас будет сделан в стране какой-то ребрендинг, ЕГЭ из одних 3 букв получат другие 3 или 5 или 7 и так далее, от этого суть не поменяется. Весь мир живет, и Китай идет по такой системе, и Индия идет по такой системе. Другое большинство дело... всегда не право, Шопенгауэр говорил. Да. Не надо Но... смотреть на всех. Мы смотрите. Огромная Конечно. Страна. У нас есть собственный смысл жизни, собственный культурный код. Зачем нам на других смотреть? Вот ответ, зачем нам Конечно. Оглядываться в очередной Для этого раз умные люди назад? Должны собраться за круглым столом
У нас понять, есть собственный культурный как код. Как оценить нашего выпускника? Может, его вообще не надо оценивать? Так. А может быть, вообще не надо оценивать? Может, надо заниматься свободным отношением к реальности? Справедливая фраза о том, что не надо досматривать, а дать возможность пользоваться учебниками, потому что ты можешь что-то забыть, но ты можешь же научиться искать информацию материал, в моменте. Да, и логика у тебя развита, и мыслительный процесс. Мне кажется, процесс. Контроль нужен, но он не должен превышать свои как бы полномочия, должен находиться в рамках, его не должно быть много. Угу. Когда контроля много, глохнет живой, естественный, вот тот самый человеческий процесс обучения. И, собственно, ребенок гаснет, о чем мы говорим. Все живые системы обладают феноменом самоорганизации. А мы сейчас живое делаем мертвым, формальным, понимаете, и никакой самоорганизации уже не допустим. Почему же, знаете, сколько ЕГЭ дал дорогу, путевку в жизнь российским ребятам? Путевку в жизнь. Это и есть, понимаете, внутренняя самоорганизация. Но для этого должна быть свобода, должна быть поддержка со стороны живого. Учитель, ученик – это категорически необходимое условие. Необходимое. Мы же учителя убираем в цифровой. Но к ЕГЭ это не имеет никакого отношения. Как не имеет? ЕГЭ – это инструмент. Об отношениях учитель-ученик к ЕГЭ поговорим чуть позже. Маленький, малюсенький инструмент. Все. Спасибо. Это огромный этот инструмент. Вот об этом мы уже поговорим за эфиром сегодня. А мы сами это сделали за счет четвертой силы. Потому что заканчивается время, как всегда. Вот все, как мы любим. Когда у нас заканчивается время эфира, мы начинаем горячим обсуждением приходить в этой студии. Спасибо большое нашим экспертам, что дали сегодня не только понимание, как устроено ЕГЭ, да, как вообще чувствует себя ребенок и так далее, но и прокомментировали эти самые громкие случаи, которые на поверку оказываются, да, ну, таким, в общем, информационным поводом ради информационного повода. Друзья, оставайтесь с нами. Спасибо, что смотрите «Вечернюю Москву». У нас в программе «Круглый стол» всегда много интересных новостей, которые мы стараемся обсудить со всех сторон. До скорого!